Эта девушка тоже с вами полетит? Нет. Только я и господин Атеш. Ну, хорошо, что это звание отправится. Да и так это было бы неправильно. Мама, Эль не заставляет тебя спрашивать об этом. Разве может такое быть, сынок? Она даже не знает, что я пришла сюда. Клянусь, она вообще ни слова не произносит. Терпеливая. Но позволь тебе кое-что скажу, однажды она взорвется. Как она человек. Джунейд, я вот думаю по поводу свадьбы, может быть. Сынок. Дорогой. Эй, Люль, мы о чем с тобой говорили? Разве я не говорил, что если ты не будешь мне доверять, то мы не сможем развивать эти отношения? Я не понимаю, что в голове у тебя, конечно, все перевернулось, но маму не надо впутывать. Слушай, на меня тоже сильно давят. Просто порой я глуплю. Мы просто немного поговорили, и все. Слушай, об этом не разговаривай. И забудь ты уже про Фериде. Конечно, сказать-то легко. Она постоянно у меня на виду, как я могу закрывать свои глаза. Она ведь должна была стать твоей женой. Пойми хотя бы немного меня. Что происходит? Опять. Что это? Маленький подарок. Спасибо. Но правда, не стоило. Эх, Фериде. Слушай, это подарок. Обязательно причина какая-то должна быть. Надеюсь, понравится. Тунч. Прекрасно. Я вчера видел, как ты на совещании что-то рисовала. Да и неплохо вполне получалось. Да это я так, пробовала. Спасибо большое тебе за твой подарок. Давай, собирайся. Сегодня ночью, вместе с Женейтом, на некоторое время ты отправляешься в командировку. Как это? Господин Атеш заболел. В Адану вместо него должна ты отправиться. Вместе с Джунейтом. Ты куда идешь? На работу иду. На какую работу? Разве ты не уволилась с работы? Вернулся обратно. Слушай, ты забудь, не иди ты на работу. Я работаю, на двоих хватит. Слушай, мама, куда ты идешь? Он тебя выгнал. Разве можно возвращаться туда, где тебе не рады? Да, выгнал. Выгнал? Из-за тебя мне придется возвращаться туда, откуда меня выгнали. Ты заставил меня прийти и кланяться ему в ноги и извиняться. Понял теперь, а? Ты, сынок, тут ничего не поделаешь. Мам, пожалуйста, не надо. Нет, это тебе не надо. Каждый день смотри, как я выхожу из этих дверей. Вспоминай. И больше никогда не делай то, что ты сделал. Не заставляй меня это проживать. Слушай, мама, ради Всевышнего, не поступай так со мной, пожалуйста. Ты вообще знаешь, что я чувствую? Мама. Мама. Мама! На самом деле, мама должна ходить на улице. Свежий воздух пойдет ей на пользу. Пускай хорошенько выздоровеет. Да, конечно. Она только после больницы, ей нельзя простыть. Вы так не налегайте-то на меня. Простите. Но мама... Да ладно, я одна пойду, давай. Мама? Мама? Мам, подожди, подожди, ложись, мама. Мама.
Я не смогу, я не знаю ничего по поводу работы. С этим мы разберемся, не переживай. Вот, возьми, будешь пользоваться этим. Я в соседней комнате обо всех деталях работы буду рассказывать тебе. Тунч, я не смогу, я не готова. Я ведь просто все испорчу. Ты пережила самое сложное, Фериде. Ты смогла вновь появиться перед ними. Ты сказала, я здесь, я невинна, и мне не за что убегать. Для тебя это детская игрушка. Просто там будете. Только ты и Джунейд. Целую ночь вы останетесь наедине. И рядом с ним не будет никого, кто мог бы его зацепить, Фериде. Это для тебя большая возможность. Чтобы рассказать о себе. Да почему, почему? Почему ты знаешь, что она в деле согласился на это? Слушай, Элю, не говори так, будто ты не знаешь. Я отказался от предложения, но отец подписал соглашение. Что мне в этой ситуации нужно было уничтожить нашу компанию, что ли? А сейчас? Говорю тебе, чтобы знала. На совещание отправляюсь с господином Натешем, Фериде не будет. Я не хочу продолжать обсуждать этот вопрос. Джунейд. Да. Слушай, сынок, я подписал это соглашение, но... Я думал, что я делаю что-то полезное для компании. Если бы я знал, что это связано с Фериде, не нужно объяснять, отец. Нет, сынок, это нужно. Покоя дома не осталось. Элли расстроена, вы повздорили. Но если так дальше пойдет... Что-нибудь придумаем, как-нибудь выплатим компенсацию и избавимся от этой ситуации. Что-нибудь продадим из Кайсери. Ну, на крайней это место заложен. Не нужен отец. Меня не тревожит Фериде. И вообще плевать. Внутри меня даже кусочка, осколка от любви той нет. Зарубите это на носу, ладно? Все причем. Я больше не хочу эту тему обсуждать. Почему ты опять пришла? Я знаю, что твоя мама не дома. Позволь мне войти. Берат. Как ты все еще ведешь себя со мной? Я тебя спасла. Как быстро ты это забыл? Да. Благодаря помощи господина Османа. Давай не будем эту тему открывать, ладно? Что, и в этом, что ли, я виновата? Доброе дело тебе нельзя что-нибудь сделать? Ты сделал меня должником перед Османом Кузаном. Ну, что с того теперь? Ты лучше смотри на ту ситуацию, что ты выбрался из-за решетки. Конечно, я выбрался. Но какой ценой? Почему я спасся? Господи, Берат. Ну все, хватит, ладно уже? Нет, ну, это хорошо, что ты такой заботливый человек, но... Хватит уже обманывать ни себя, ни меня. Ты вообще себя кем возомнил? Поведение такое у тебя. Что ты несешь? Слушай, осознай уже. Ты соучастник мой. Мы вместе пошли по тропе, и назад пути тут нет. Ты зарубил на носу. Хорошо, что ты пришла, Назире. Без тебя тут никак. Ой, я очень соскучилась по тебе, сестра, очень соскучилась. Ну, что сказал господин Осман? Что он сделал? Да ничего. Сказал, возвращайся уже. Сказал, больше никогда так не делай. Сказал, сестра Захрия не может без тебя. Слушай, сестра, он не может без тебя. Конечно. Сестра, а какие проблемы у Илюль? Ой, слушай, даже спрашивать не нужно, Назире. Там все запутано. Назире. Дверь. Боже, боже, боже.
Наверное, господин Эдеш прибыл. Привет, сестра Назире. Фериде. Где господин Атеш? Ему стало некомфортно. Он позвонил мне. Я вместе с вами отправлюсь в Адану. Я буду вам помогать во время совещания с советом директоров. Слушай, хватит так делать уже. Слушай, попытайся с хорошей стороны на это посмотреть. Все, налаживается, не видишь, что ли ты? Слушай, у тебя с головой, что ли, проблемы, а? Что налаживается-то? Мама их поправляется. Ты не получил наказание. Кемаль с Бахар не могут пожениться. Разве мы не этого с тобой желали? Ну вот, мы справились. И теперь мы продолжаем идти по своей дороге. Слушай, какая ты оказалась дерзкая и неисправимая, однако. Вовсе ничего, мы не продолжаем, все кончено. Ты поняла? Все кончено. Все кончено? Так значит, именно. Куда ты? Раз уж так, я пойду и все расскажу. Так, стой! Хандан, подожди ты секунду. Ты не сможешь. Почему? А что я потеряю? Слушай, подожди, а? Хандан! Ну, и что это теперь, Фериде? Ситуация очевидна. Господин Атешу некомфортно, поэтому я должна отправиться. Ты начнешь сейчас разговаривать с господином Атешем. Будет очевидно, что ты придумала. Ты смотри, на какие интрижки ты идешь, чтобы быть близко к Джунейду. Стыдно должно быть. У меня нет таких целей. Слушай, что ты можешь знать об архитектуре? Ты хоть одну статью читала? Я знаю детали дела. Я с самого начала в этом проекте. Поздравляю тебя. Молодец. И господин Атеш обманул. Своей невинностью, красотою. Но он тоже скоро поймет, кем ты являешься. Я это слушать не обязан. Я разговаривал с господином Атешем. Он заболел. Мы отменили совещание. Отправимся, когда он выздоровеет. Госпожа Фриде, вас тоже мы, конечно, нагрузили, заставили прийти сюда. Сестра Назире. Госпожу Фериде, сопроводи, пожалуйста, до двери. Еще раз хорошего дня. Госпожа Фериде. Может, на машине вас подвезти? Благодарю, не надо. Меня привез водитель господина Атеша. Хорошего дня еще раз. Что ты говоришь, Атеш? Что значит, жена не отправляется в Дану? Черт подери, а? Слушай, подожди ты, а? Слушай, стой ты. Иди сюда, не уводи меня из себя. Пусти меня, раз все кончено. Поделимся тогда козырями своими. Чтобы вы с нами возиться, что ли, а? Кто ты выделываешь, что ты кто-то другой? Слушайте, надоели вы мне уже, понятно? Хандан, секунду, подожди ты, а? Ладно? Ну хорошо, как ты говоришь. Вот так-то. Прими уже суровую действительность. Ты давно уже выбрал свою сторону. И теперь ты уже не сможешь вернуться назад. Ты захотел быть со мной. Я тебя не принуждала. Фериде, что случилось? Кто такой господин Атеш? Что это за дело? Потом расскажу на ЗОЖ. Эйли узнала, что я ей сумку подложила к Али, Фериде. Она тебе что-то сделала? Нет, что она могла мне сделать? Ничего не сделать, не волнуйся. Сестра Назира, не вмешивайся. Эта женщина очень опасна. Я когда не станет время, разберусь, ладно? Ладно, хорошо, дорогая, хорошо. Ты береги себя, ладно? Ты тоже приглядывай с собой. Хорошо.
Доверяю тебя Всевышнему, дорогая. Решили пожелать вам скорейшего выздоровления. Ну, мы с ней в дверях столкнулись. Да. Ну, спасибо. Да, в дверях. Так все и было. Мамочка, все нормально? Что-то случилось? Подожди, все нормально. Давай отдохни немножко внутри. Ляжешь? Да, пожалуйста, нас стесняться не нужно. Я же сказала, все нормально. Кадер, доченька, что-нибудь дай нашим гостям. Кадер, я это тебе говорю, ты меня не слышишь? Я услышала, мам. Услышала. Кадер, конечно, тоже злится. Конечно, она тоже права. Я была очень импульсивна с вами. Я приношу глубочайшие извинения за то, что я в прошлом сделала. Перед тобой тоже. Пойду помогу, Кадер. Ранее я никогда не замечала. На самом деле, дом у вас очень сладкий. Если я немного прилягу, не будет мне культурно. Я помогу тебе, мам. Спасибо тебе, что ты не отправился вместе с Фериде. Я это сделал не для того, чтобы ты не тревожилась. Деловая этика, понимаешь? Не могу я участвовать в совещании с человеком, который не знает, что мы делаем. Ну ничего. Все равно я благодарна тебе. Я понимаю, что ты хочешь, чтобы мне было комфортно. Поверь, я больше не буду заниматься ребячеством. Я знаю, что ты любишь меня. И что тебе плевать на эту девчонку? Прости меня. Больше это не повторится. Ладно. Я отправляюсь в компанию. Ты со мной? Чай, конечно, прекрасно получился. Здоровый рученьком вашим. Я ведь так не умею готовить. Господи, это чай. Что тупоголовый сделать-то не может? Ну ладно. Я, пожалуй, пойду. Не буду вас тревожить. Ой, не вставайте. Я сам пойду. Подожди, дорогая, я открою. Всего хорошего. Да. Ты Кемаль. Да, что такое? Хорошего дня. Могу воспользоваться туалетом?
Туалет не там, дорогая. А, вот как, извиняюсь. Мы вчера пришли, мы не смогли найти тебя. Думаешь, что ты проверенный человек? Долг вам продали. Да, хорошо, что это знаешь. Хорошо, если получил наше предупреждение, проблем нет. Получил. Не волнуйся, я получил. В течение 10 дней я выплачу вам деньги. Ну ладно. Увидимся. Я, пожалуй, уже пойду. Не буду продолжать вас тревожить. Хорошего дня. Господин! Можно тебя? Ты мне говоришь? Да, я вам говорю. А, сказала господин, я не понял. Говори, я хочу кое-что обсудить с вами. Со мной? О чем ты, апельсинчик, собралась говорить со мной? У меня есть предложение к вам. По цене хорошее. Да ладно. Послушайте, я серьезно. И будет хорошо, если вы тоже будете это воспринимать серьезно. Ну ладно, раз уж ты настолько серьезно, давай говори.